В селе Софиевка, расположенном недалеко от столицы, проживает более 3500 жителей. Здесь функционирует один государственный и один частный детские сады. Учреждение Жарканай построено на 78 мест. Здесь трудится 10 педагогов. Я работаю здесь с 2016 года. Воспитатели у нас настоящие профессионалы своего дела. Есть хореографы, музыкальные специалисты. В 2014 году проведен капитальный ремонт. В настоящее время оборудование соответствует современным требованиям. Для детей созданы все условия. Работаем с интерактивной доской и другими наглядными пособиями. Воспитатели проводят с детьми увлекательные игры, прилагают все усилия для всестороннего развития. Широко используют методику Монтессори и рисование песком. 28 лет у меня стажа, я работаю в этой сфере. Раньше в детском саду, когда был еще старый детский сад здесь, сейчас я работаю вот в этом детском саду Жарканай. Ну, сейчас у меня группа средняя. Ну, в этой сфере. В нашем детском саду дошкольное образование развивается на высшем уровне. Для этого есть все у нас в детском саду для развития детей. Все, что нету, мы делаем своими руками, изготавливаем. В дошкольном образовательном учреждении села Софиевка созданы все условия для обучения детей и занятия творчеством. Назира Балташева, Гульмира Мамбаева, Марат Ахмеджанов, Жанбол Балтаев, Окши Акпарат.